Сайга МК-03, калибра 7,62, аналог автомата Калашникова. Ремень тут помог нам перевести. Ремень мы сейчас перевесим вообще. Легкий вариант, вот, в океане там у нас был специалист, десантник, офицер-десантник, специалист Альфы, это специалист И мы понимаем, что за нами не стоит ни государство, за нами не стоят ни какие-то высокопоставленные чиновники. Мы работаем самостоятельно, и поэтому российские компании, они обязаны соблюдать все правила, нормы и требования нахождения, законов нахождения в том или ином государстве, то есть уважать быт, менталитет той страны. Ведь частная компания, она в том числе и военная, она организует для того, чтобы получать прибыль. И, как правило, большую прибыль получают и сама компания, и участники. Команда приняла, конечно, все меры, чтобы починить в кратчайшее время. Но это было очень опасно, потому что рядом находились, по данным из центра по борьбе с пиратством в Куала-Лумпуре, рядом находились мазершип суда.